Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на электрогриль Kitford KT1602. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Электрогриль Kitford KT1602 – компактная модель в стильном корпусе со строгими линиями, предназначенная для приготовления блюд под воздействием высоких температур. Удобство во всем. Нагревательные панели изготовлены из алюминия с нанесенным антипригарным покрытием. Они съемные и могут быть легко очищены. После использования их, а также поддон можно вымыть в посудомоечной машине. Контактный электрический гриль Kitford KT1602 позволяет приготовить стейки, овощи, рыбу, бутерброды, гренки и многое другое. Ребристая поверхность рабочих пластин и высокая температура приготовления способствуют удалению излишков жира из продуктов. Устройство мощностью в 2000 Вт выдает максимальную температуру в 230 градусов. Благодаря сухому жару и ребристой поверхности из пищи удаляется большая часть жира. Электрогриль Kitford KT1602 располагает простым и удобным механическим управлением в виде поворотной ручки и удобной легко закрывающейся крышкой. Регулировка температуры. Гриль оснащен термостатом с плавной регулировкой, позволяющим выставить температуру вплоть до 230 градусов. Три режима работы. Гриль можно использовать разными способами. Вы можете откинуть крышку на 180 градусов и превратить устройство в большую жаровню. Также предусмотрена возможность закрыть крышку и жарить продукты с двух сторон. Третий режим позволяет опустошить крышку так, чтобы она не касалась продуктов. Хорошее решение на тот случай, если толщина кусков не одинакова. Режим барбекю 180 градусов. В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180 градусов и гриль превращается в большую жаровню. Для приготовления можно использовать обе поверхности. Съемный поддон для сбора жира. Весь лишний жир и сок из блюд попадает в съемный поддон. Просто выньте поддон и помойте его смоющим средством. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Верхняя крышка не ложится полностью. Шнур коротковат. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Легкий. Легкосъемные антипригарные панели. Быстро нагревается. Легко моются корпус и панели. Раскрывается на 180 градусов. Простое управление. Приятный дизайн. Компактный. Многофункциональный. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!